Мы решили открыть кафешку по производству сосисок в тесте. Проверь нашу работу. Подходит это. Пройдем твою эту контроль. А тут есть фоторепортер. Видео. Репортер? Смотрите. Обидели его, фоторепортер. Да, обидели его. Фоторепортер это круче. Да. На самом деле. Смотрите, что тут Наташа творит, какую красоту. Я вот зашел, они тут отчет дают своим сестрам, что они тут делают. Значит, я так понял, вы всех сегодня будете кормить вот этими штучками, да? Это подкармливать, это ты этим не накормишь. Да ладно, ты пиццу накормь. Заказал мне? Пиццу этого заказал. Мало. Если бы для всех только это, голодные бы все остались. 8 пицц вам хватит? Ну хватит, ты видел, какая толпа? Да видел, видел. Еще ж подтянется к той толпе, еще кто-то. А кто еще подтянется? Ну мало ли, кто-то подъедет, нормально. Мамы приходят некоторые. 4 пиццы из Костка, 4 пиццы не из Костка будет. Вот, значит, ну вот это вкуснятина, конечно, это круто. Значит, а что это за тесто ты используешь, Наташа? Просто уже готовое слоеное. Это купили просто в магазине, да? Оно вот такими слоями. Вот так вот продается оно. Просто... Заматывается сосисочка в тесто. Мы вчера делали целый, сегодня решили по половинке так. Ну правильно. Ну и еще дети часто, знаешь, особенно в Америке, откусят, не понравилось и могут выбросить. Тут они, ну, к сожалению, если сказать правду... Нет, это к радости, они не голодные. Это к радости. Ну, к сожалению, когда говоришь о детях там, то... В принципе, многие там дети, ну, как сказать... Не будут выбрасывать, да, не будут выбрасывать сосиску. Нет, в тесте. Наши, здесь кстати, можно. Тоже научены настолько, что если они взяли и что-то им не понравилось, они либо нам приносят, ну, либо если это там реально они что-то взяли такое, что я не смогу доесть, то они это сделают, ну, тихо. Выбросят так, что это не будет видно, не обидно хозяевам, ничего. А я видела, как на последней вечеринке у нас кто-то из детей, ну, американских детей был так. Ну, я краем глаза... Что-то попробовала, не понравилось. Мама. И она так подходит к мусорке, не к мусорке, и так тихо прикрыла салфеткой. А. И быстренько раз в мусорку выкинула, что, ну, наверное, ее тоже уже ругают. Она. Ну, да. Чтоб не заметили, что она выбросила еду, которая не понравилась. Ну, культура другая, однозначно. И возможности другие тоже. Вот, короче, вот такая у нас будет еда, а вот там еще на столе, давайте посмотрим, арбузы там нарезаны, вот, овощи просто. Сильно не заширяемся. Да, мы, как обычно, простенько все, что Захар захотел, то и сделали, все. Фрукты с ягодами будут. Да, фрукты с ягодами, вот здесь еще, что это такое, это чипсы, что ли? Да. Это чипсы такие, перекусы. Да-да-да, и 7-Up, и соки, этот Капри-сум, Капри-сан. Вот, ну и здесь какой-то лимонад тоже сделали. 4, 5, 6, 7. А мы что-нибудь туда, чтобы Так, ну а я потихонечку выдвигаюсь за пиццей. Сейчас покажу вам, сколько детей собралось. У нас пицца немножко задерживается на 20 минут, и мы вот пытаемся их, чтобы они не разгромили стол. Все остальное не начали есть, завлечь играми. Кому не интересно, в игре участвуют там и сами с собой. Ну, в общем, пока все нормально идет, без происшествий. Да, я сейчас начну вот с этого. Только посмотрите. Главное, чтобы они потом свои пары нашли. А вообще я вышла, потому что пицца наконец-то. Шарики еще живые, не сдулись. Семен, покажешь? Ой, поможешь? А то я ж тут он теперь деловая. Пиццу, вот это мне. И все, что ты это купил. Все, что я взял. Для... Ты толпу людей зато там видел? Бесплатно будем пить напитки. А почему бесплатно? Вот что значит у русских берем пиццу. Куда так быстро прошел? Пицца! Раз, два, три, четыре. Наташа, так, ну, остальные... стой, Семен. Наташа, забегай туда, я туда снимаю на всю реакцию. Сейчас будет или дай людям. Нет, давайте, вы заходите, а я... Вот, ты должна... А ну давай. Самый классный кадр это вот здесь. Это обувь, да? Ой, ой, ой. Pizza time! Pizza time! I got sauce on my... Not yet! Oi! Oi! Самое главное организовать всю эту толпу. Это вообще... Это ужас! Голодный!
плотную толпу, я бы сказала. Ну да. Время обеда, уже второй час дня. Все голодные. Ой! Рома, все нормально? Подскользнулся. 10-15 minutes. And cheese. Sorry. No. Wait. 10 minutes. 10 minutes. What? Pineapple there. Это same. Через 7 минут фонкаска пицца будет. Пепперони и чиз. Just wait, yeah. Подождите. Представляете, эти пиццы они есть не хотят. Они хотят пиццы из костка. Wait 10 minutes. No, maybe 7 minutes. 7 minutes, yeah. Фонкаска. Yeah. Pizza from Casca will be here around 7 minutes. Можно мы пойдем на Бакиарде там покушаем? Yes. Yes, of course. Even Vika likes it. Вот такая еда. Овощи. Все. Выключаю. Все разгребают еду и уносят. Так, здесь подросточки жуют. Пойдемте посмотрим, где дети жуют. Вот как используется теннисный стол. Всем приятного аппетита! О, Миша приехал с пиццей и с мороженым. Ты знаешь, эти дети американцы не хотят есть русскую пиццу, они хотят есть пиццу из костка. Прибери, Семен, принимай. Hey guys, pizza from Costco delivered. Come in. In English, yeah. I am amazed how you can come to America and not know, very much English and then live and survive. Yeah. Вот моя любимая пицца детей. I am a wimp. I'm weak. Well, yeah. If I went to somewhere else, all I know is a little bit of French, and that doesn't always help. More like a choice, because it's like. Так, сейчас расскажу, что происходит еще. Всем деткам раздается по пакетику. В эти пакетики они будут собирать то, что выбьют из вон той штуки пиньяты. Один пакетик потерялся. This way. Так, я не знаю, в каком порядке их поставят. Обычно делают сначала младшие. Это бьют, потом старшие. Но так как здесь приблизительно все одного возраста, я не знаю, как Никита сейчас разрулит эту ситуацию. Может разрешить сначала девочкам, потом мальчикам. Надо еще. У Никиты в руках бита. Это то, чем они будут лупить этот тортик. Спроси, кому-то пакетик нужен. Кому еще нужен кулечек? А вот мне еще интересно, что делает там наверху Нета наша. Where's the blank? Roman needs one too. Okay, who's the youngest? Да, смотрю, вот Никита разруливает ситуацию так, что первых бить поставит младших. Все по-честному. Рома! Все очень шумно. Все очень хотят сладости. Хотя вроде бы не голодные уже. Ник молодец вообще. Он умеет обращаться с детьми. Они его слушают. Он
не командным тоном, но делая так, чтобы все организовать. Рода, а просвечивается? А ты сделай в двойную, в два слоя. А, так они еще будут с закрытыми глазами лупить. Ага, ему сложнили ситуации. То есть, это еще не каждый попадет. Зак, слышишь, не разбить. Надо встать на такое место, чтобы и меня не лупанули, и чтобы вам было хорошо видно. Сейчас мы выберем другую позицию. Ник, смотри, чтобы он никого не ударил. Я вон на пиньяра брейк, столько брейк, а не ударю. Петь, надо кадр хорошо сфотать его здесь еще, не просто на камеру. Как бы на пчелок не наступить тут еще. Я босиком. Все. А как так получилось? Все наоборот. Все пошло не по плану. Все получилось так, что никому нельзя бить больше, потому что какая-то странная пинята, она отпала. Зак, не расстраивайся. Все нормально, ты же разбил. Ты же разбил. У кого получилось слишком много, поделитесь. Никита устраивает шоу. Окей. Мы нужно подписать, может быть, знаешь? Этот парень очень легко это делает, смотри. Самуил просто красавчик. Ну, красиво делает. Так надо, чтобы малой не повлез. Да. Надо сказать, что когда они делают, когда что-то делают. Да. Так, ну что, похоже, дети счастливы своим находке, улову. Особенно меня впечатлил вот этот вот парень, который полный рот жевательных конфет напихал, так что теперь не жуется, да, Ром? Или жуется все-таки? Жуется, получается? Получается? Больше не бери, хорошо? Ты это домой возьмешь, видишь, это твой пакет, он подписан. Никто не заберет твои конфеты. Мама. Чести столько. Да. Что? Ну и нормально, для твоего возраста 5 конфет. Ты что, вместе с травой насобирала конфеты, да? Ой-ой-ой, тут пылесосить будем потом. Ничего страшного, ничего страшного. Я поснимаю тебя. Что? Так что, ты будешь открывать подарки, да? Окей. Давайте будем смотреть. Ну давай тогда. Все собрались же. Давай, огонь, начинай. Окей, Зак. Наташ, можешь пройти там включить свет? И тот. Миш, можешь включить свет? А, that's okay. That's okay. Наверное, не надо, слушай, Наташ, я передумал. Наверное, света достаточно. Okay. Так, лодку подарили Захару. Это лодка. Рома с Аней подарили. Then I'm gonna open this one from who is this present?
Давай, I will grab it. Взяла и все, и убила жука. Нету жука больше. Good job. Да. Слышите, какой шелест? Стэром. Вау, Лего. Майнкрафт. Сейчас это все сделаем. Он обнимает сегодня всех. Вау! Посмотри внутри, что там. That's cool. Thank you. This one. Так, говорят, поболтай его, там что-то болталось внутри. Лего? Вау! Лего из Костка. Кто тебе подарил Лего? Ты не обнимал кого? Аполлину. Аполлину, давай. Oh, where's Sun? Oh, wait. Okay. That one. Yeah. Oh, yeah. You're gonna have a hard time finding your bag.
You're gonna let her bring it. It says from. Марк, я, Марк. Ты открой от Марка, что там? Ты не посмотрел же, что там? Хочешь не при всех открывать? Хочешь отдельно открыть? Ну просто скажи спасибо Марку, в любом случае. Окей. Ну потом открой, если ты хочешь, окей. В любом случае, всем надо спасибо сказать. Ты не хотел открывать. $30. Окей. Little bit. Еще немножко и будет one wheel. Open the other car. Oh. Wait, anybody want to sleep? Jack, look on the back. You can have. Yeah, it's fine. There's gonna be decorations on the screen. Daddy and Uncle Adam are just working on the car. Card. Hey, take $20. Да, спасибо, не забудь сказать всем. Это новый кошелек Захара. От кого это подарок? Окей. Лего опять. Ого. Вау. Вау, круто. Ага. Растерялся от такого количества лего. Of Lego. Покажи-ка, покажи-ка нам. Всем рассказали, сколько долларов там. 40 было. Так, ну теперь обнимай всех, кого еще не обнял, Зак. Зак. Вот еще ты забыл обнять. Давай, всех обнимай уже. Давай, всех обнимай, конечно. Еще кого не обнимал, давайте.
все обнимашки. Вот так. Time for hugs. Yeah, okay. Are you bookkeeper? Be careful. Stop. Sit down. Вот так, да. Да, да, все. Hey, please sit down in the couch. Yeah, in the couch. The couch. He's not in the couch. Oh yeah, in the couch. He's already in the couch. Yeah, maybe close the bar. Yep. Садись по центру, Зак. Я уже их на этом сфотографировал, Даш. На парке. Давай еще раз, да. Давай. Да, бери Людмилу. Окей, guys. Hey. Ну так, а давай быстрее. Я пойду. Будет плохой кадр, все равно будет плохой, очень плохой. Нормально. Ну давай, фото, все. Вообще будет плохо, Наташа, вообще будет плохо. Okay, guys. Okay, my name is Peter. What is your name? Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Sam. Happy birthday to you. Congratulations, Zach! Давай. Sit down around Zach. Yeah. Nobody touch the cake! Yeah. Okay, sit down. Ниже, ага. Okay, Zach.